Сезон озеленения постепенно подходит к завершению, но работы пока продолжаются. В субботу в рамках экологического субботника «Зеленая Россия» еще 40 кустов высадили на разделительной полосе шоссе воинов-интернационалистов в областном центре. Участие в акции приняли специалисты городского комитета по экологии и ивановская общественность. Спасибо большое гражданам, да, активно общественность откликнулась. Мы приглашали на этой неделе, приглашали посредством массовой информации. Приняли участие представители комитета по экологии, приняли участие представители молодежной областной думы, представители общественной палаты. Вот вы видите, очень-очень много людей пришло. Место для высадки выбрано не случайно. Между двух полос движения небольшая аллея вписалась бы гармонично. И попытки озеленить улицу воинов-интернационалистов были и раньше. Но сирень здесь не прижилась. Вероятно, из-за сильной загазованности территории выхлопными газами. На этот раз для посадки выбрали кусты пузыреплодника калинолистного. Растение не только визуально интересное, но и максимально неприхотливое, не требующее особого ухода. Оно достаточно неприхотливое, из него можно сформировать красивую живую изгородь в будущем, если его своевременно подстригать. Именно его неприхотливость является главным фактором того, что мы сажаем его здесь, потому что здесь очень суровые, скажем так, условия. Не очень хорошая земля, загазованность, постоянно машины ездят. Поэтому здесь какое-то растение нежное, там, да, то есть сажать не стоит. Всего с начала года и до завершения сезона в Иванове будет высажено более 400 молодых деревьев и кустарников. Показатель, если не рекордный, то близкий к тому. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.